По итогам поездки в Москву Михаил Игнатьев провел рабочее совещание с членами Кабинета министров республики. Помимо участия в транспортной неделе, глава региона провел ряд встреч с представителями федеральных органов власти. Одна из них с первым заместителем министра финансов Российской Федерации Леонидом Горниным. Обсуждались новеллы финансового законодательства, новые подходы к межбюджетным отношениям. Вот окончательные безвозмездные поступления, которые будут выделены Чувашской Республике в 2019 году, общая сумма – это 22 648 миллионов рублей. С плюсом 3 миллиарда 218 миллионов рублей. И это говорит о чем? Это говорит о том, что мы, как Кабинет министров Чувашской Республики, эффективно взаимодействуем с федеральными министерствами, представляем соответствующие качественные документы. И для реализации мероприятий, предусмотренных в национальных проектах по разным направлениям, у нас практически задел хороший. Достигнута предварительная договоренность о проведении в будущем году выездной рабочей группы Минфина России по формированию и совершенствованию межбюджетных трансферных отношений. Михаил Игнатьев также отметил, что в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры на федеральном уровне особое внимание будет уделяться развитию региональных дорог. А это значит, что у республики есть все шансы получить софинансирование из Москвы на реализацию особо важных транспортных проектов.